Пожалуйста. Муня, чайкус? А, щец.
Мы используем жидкость, которая сильно насыщается кислородом. Погружаем животное экспериментально в эту жидкость. Жидкость заходит в легкие. И получается, что животное начинает дышать жидкостью. Зачем это надо? Потому что на больших глубинах действует огромное давление воды. Для того, чтобы его компенсировать, если просто воздух находится, оно просто сжимает и раздавливает. Если же наполнена жидкостью, если наполнена жидкостью, то мы сжимаем. Поэтому компенсация этого внешнего давления. Это первое. И поэтому сейчас развитие Есть еще какие-то долги по темам, которые мы уже обсуждали. Например, это такса. Такса наш должок, да, потому что есть развитие. Да. Рогозин взял таксу себе. Она, так я понимаю, без хозяев была, раз ее так можно просто... Я думаю, что столь породистое животное, которое так дорого стоит, скорее всего, было с хозяином. Поэтому, если позволите, я сейчас скажу несколько, может быть, недоверчивую фразу. Я не верю Рогозину. Я не верю, что он потащит таксу домой. Я не верю этому. Я верю, что у нее был хозяин. И что эта фраза сделана абсолютно пиаровская. Это абсолютно пиаровское высказывание. В расчете, что через два дня все забудут. Да и плевать. Понимаешь? Значит, давайте. Вчера у меня в Фейсбуке тоже разгорелись всевозможные споры. Ну, не только в Фейсбуке, и в Инстаграме тоже. Значит, что это вот наука, что ее не остановить, что не надо препятствовать науке и так далее. Люди, конечно, которые говорили о жидкостном дыхании, были далекими от науки. Далекими. Поэтому нужно развеять этот миф жидкостного дыхания. Что они ставили какой-то лабораторный эксперимент. Что это важнейший прорыв в науке. Мне говорят, вы понимаете, что это важнейший прорыв в науке, что через какие-нибудь там 100 лет люди будут строить на дне моря города, где они будут дышать жидкостно. И так далее, Короче, Галапагос, Ваннегута. Понимаешь, где люди превращаются в морских котиков? Да. Постепенно. Ну вот Галапагосы практически. Значит, я хочу вас немножко приземлить, ребят. Это не наука. Это приехал сербский премьер. И наши в расчете, что он деревенщина... Ну, а сами, будучи деревенщиной, наши рогозинцы, деревенщина рогозинская, решили, что сербский премьер тоже деревенщина. И одна деревенщина решила удивить другую деревенщину. Понятно? Фокусом. Да. Мы сейчас вот, сказать, там иголку проденем сквозь щеку. А такое видали? А вот я в нос вставлю трость, там, или в какую-то другую дырку свою, в нос или в ухо, не знаю, куда там, вставлю трость на 20 сантиметров, вот такое видали? Ну вот, понимаете, то есть это одна деревенщина учит другую деревенщину, понимаете? Вот так смогешь, понимаете? На самом деле это вообще не наука, Значит, эти опыты велись с 59-го года, чтобы быть точным. И эти опыты закончились гибелью всех исследуемых животных.
Эти опыты велись даже на человеке. Расскажи, Настенька, что ты об этом знаешь? Настенька подготовила коротенький доклад и даже дала мне ссылочку здесь, да, на Википедию. Но на человеке там, там пытались выхаживать новорожденных, недоношенных детей, используя этот способ. Да. Вот. Но все-таки оказалось, что пока... Там есть проблема одна, плохо решаемая, вывод углекислого газа. И слипаемость альвеол. Вторая проблема – это слипаемость альвеол, которая, дело в том, что когда вода поступает в легкие, она вымывает вещество, которое препятствует слипаемости альвеол. Альвеолы слипаются, и после чего животное погибает, да, оно погибает. То есть дыхание на этом заканчивается жидкостное. Вот. Да, более того, даже с собаками вот эти эксперименты, там при более длительном погружении из там 16 выжило 6. Например, да. То есть есть какие-то разные статистики из детей, когда их пытались выхаживать, тоже оказывается, что энергозатрат при дыхании жидкостью на самом деле настолько велика, что долго это просто продолжаться не может. Это тоже одна из проблем нерешенных. То есть вязкость жидкости, она намного больше вязкости воздуха. То есть вот это всасывание жидкости в легкие, оно настолько серьезный процесс, что существо, абсолютно верно, не может его сколько-нибудь долго обеспечить. Да? Да. И, кроме этого, слипаются альвеолы, после чего наступает гибель существа. И кроме этого, еще нужна подача такого кислорода, которого нет в море, то есть нужно осложнейшими приборами подавать в эту жидкость кислород. Его насыщать кислородом в такой степени, что нужны сложнейшие приборы для этого. То есть это невероятно затратно, и гибель все равно наступает. То есть существо все равно погибает. Вы можете там шарашить кислород сколько хотите в эту воду, но и решать какие-то вопросы. Все равно существо погибает, потому что слипаются альвеолы, и нельзя вывести и проблема с выводом углекислоты. Вот, собственно говоря, эти опыты были проведены 6 десятков лет назад. Понятно, да? 60. Я пытаюсь, чтобы вы поняли, что это значит 60. Это сначала 6 рисуете, а потом нолик сзади. 6-0, понимаете? 60 лет назад эти передовые опыты были проведены в Европе. Затем 50 лет назад об этом узнали советские ученые, русские. И, как говорят, 40 лет назад, то есть 60 лет назад это было в Европе, 60. А 40 лет назад эти же опыты были проведены с опозданием на 20 лет людьми здесь, в России, в Советском Союзе. 40 лет назад, понятно, да? То есть мы опоздали и отстали от Европы тогда, всего лишь на 20 лет. Что считается достижением? Отставать от Европы на 20 лет – я считаю гигантским достижением. Значит, но через 60 лет показывать сербскому премьеру, как ты продеваешь, кольцо в нос и иголку с ниткой продеваешь сквозь щеку, это, конечно, признак деревенщины. Деревенщины самой, что ни на есть, захолустной. Понятно? Значит, скажите спасибо, что они еще шарики в жопу себе не засовывали. Понимаете? Скажите спасибо. Сейчас сообщается, что в Японии пневмоустановкой пытались надуть мужчину через анальное отверстие. Пневмоустановкой. Да. И он погиб. Сейчас сообщается, гибель японца, только что погиб японец, которого через анальное отверстие пытались надуть пневмоустановкой, пневмонасосом. Так вот, я предлагаю Рогозину немедленно, не теряя времени, не ожидать 60 лет. Не ждать 60 лет. Найти таксу и надуть ее. А прямо эту таксу надуть пневмоустановкой через задницу. Понимаете, в чем дело?
Потому что если японцы это сделали в 2017 году, то Рогозин это сделает аж в 2076-77, где-нибудь через 60 лет, понимаете? Но надо сделать побыстрее, Дмитрий. Давайте, может, в январе, сейчас после Нового года, этой такси пневмоустановкой надуем задницу. Посмотрим, японец помер, а наша такса может выжить. Хотя такса не русская порода. Надо найти русскую породу. А какая русская порода, чтобы ей надувать через жопу? Какая русская? Я могу дворняжку какую-нибудь русский... подобрать. Хартая бортня, борзой. Надо борзых надувать. То-то же они побегут потом, и как-то повеселее им будет бежаться. Подъем. Это я поставил четвертую отбивку, мне так клево показалось. Короткая, да? Я так и буду делать в следующий раз. Слушай, значит, давай поговорим вот о чем. Мы все рассказали про это? Сегодня еще принят еще закон. Против жестокости закон, который приводит в уголовную... Российская газета публикует сегодня... Сегодня? Нет, вчера, извини. В 20:38. Но вечером на сайте, и, наверное, сегодня в газете будет, федеральный закон об ужесточении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Закон долгожданный и выстраданный. Самое главное изменение – за жестокое обращение с животными вводится уголовная ответственность. Новшеств в законе много. Теперь максимальный срок лишения свободы для живодеров – и я бы попросил Рогозина почитать, повнимательнее прочесть. До пяти лет. Преступление, совершенное в присутствии ребенка или группой отморозков по предварительному сговору, либо сопряженные с демонстрацией живодерами своих жестокостей в СМИ, будут наказываться штрафом от 100 тысяч до 300 тысяч рублей и исправительными работами на срок до 2 лет. Дмитрий Рогозин, значит, что у вас было? Вы, безусловно, в присутствии ребенка, кого уж считать ребенком, я не знаю это. Мне кажется, что если демонстрация в СМИ происходит, то дети смотрят. Ну, какие-то дети случайно могут смотреть, понимаете? Значит, а? Конечно. Дети могут оказаться около телевизора, когда вы топите такс, Дмитрий Рогозин. Или группа отморозков, я читаю по тексту российской газеты, в российской газете так написано, группа отморозков. Вот что они говорят. Вот что они говорят о российских ученых. Они, нет. И группа отморозков — это российские ученые, мне кажется. Я не знаю, кого имеет в виду российская газета, группа отморозков. Кого имеет в виду? Мы не знаем. Мы пытаемся понять просто, извините. Намекают. По предварительному сговору. Но если... не на это самое, не на шару таксу топили, а по предварительному сговору, то есть хотя бы минут за 20 договорились, давайте топить таксу. Значит, соответственно, получается, что сговор был. Я не юрист, мне сложно судить, но я вот по бытовому думаю, что был сговор, с бытовой точки зрения. И демонстрация зверств в СМИ тоже была проведена. За убийство нескольких животных или публичную трансляцию живодерства теперь 5 лет. Ну хорошо, она откашлялась, такса. Она откашлялась. Значит, поэтому, а? Если бы она подохла, отхаркала бы легкие свои, то можно было бы и 5 лет русским ученым дать. Ну и так далее, и так далее. Нет, а за сговор тоже 5 лет можно получить. Тоже за сговор можно быть. Ужесточается ответственность за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных биоресурсов до 5 лет лишения свободы. Если ловят животных в природе, чтобы их продавать, тоже будет ужесточено наказание. Значит, понятно, да? Да. Ну все, это ребята думаете? Голодали, перед Думой сидели. Зоозащитники голодали, перед Думой сидели на голоде, все. Наконец-то, вот, ребят, я всех поздравляю. Наконец-то мы победили с вами. Я тоже зоозащитник. Алло, здравствуйте. О, ничего себе, добрый.
добрый день, да. Сергей, доброе утро. Вот видите, как бы... Ну, вот на самом деле хотел сказать такое объемное мнение, если позволите. Потому что, ну, как бы, очень уважаю ваше мнение. Давайте объемное. Нет, нам нужно объемное, да. Пожалуйста. Да. Вот смотрите, получается, мы уперлись в какую-то точку на линии, да, а про плоскость пространства забываем. Да. Вот давайте, ну, можно вам вопрос? Вы когда-нибудь свинину употребляли, допустим? Да, безусловно, с удовольствием причем. Вот, а свинья... Хохлам прямо в паспорте пишут, когда паспорт получаешь. У меня тоже мама украинка. Ну, у меня вот мама украинка, я ее ел когда-то, как бы. Сейчас я от нее отказался, ем курицу. Да. Потому что, допустим, свинья, она на четвертом месте по уровню осознанности после, шимпанзе. Абсолютно верно. То есть свинья вообще, по сути, это как бы есть свинью, это каннибализм, по моему мнению. Я тоже так считаю, но я украинец, а нам в паспорте пишут, обязан есть свинину, обязан. Я ничего не могу сделать. Я в следующем рождении... Я, допустим, извиняюсь, вот по поводу там шуб, как бы. Вы видели хоть раз видео, как делают шубы? Живого животного сдирается шкура, оно же живое выкидывается в кучу, и там из кучи как бы умирает потихонечку. Это, и девушки хотят эту шубу, они ее одевают, им прекрасно в ней, как бы. Да. А, я это видео посмотрел, мне, ну, как бы, ну, мне вообще тошно стало, если честно. Вот видите. Есть, вот это происходит постоянно, каждый день. Почему про это, как бы, вот, не обсуждается, вот там собака. Ну, собака, да, плохо, я не спорю, Рогозин дурачок, может быть. Вот, ну, вот может такие быть, а может, процессы происходят каждый день. Вот и мы были бы... животных тоже сейчас происходит, как бы, берут там медведя, садят, я понимаю, и собака я его загрызает. Это везде повсеместно сейчас. Я понимаю. Происходит. Вот когда вселенский разум, когда искусственный интеллект победит, наконец, людей, и люди будут заключены в резервации, где они станут животными, ну, то есть мы где-то в комфортном климате будут разводить людей, в какой-нибудь, причем вернут нас в первооснову нашу, в Кению. Все поедем в Кению, будем бегать по саванне, специально разум будет нас показывать сам себе. Потому что он же будет один. Понимаете? Вот в то время нас приравняют к свиньям, к животным, к орлам, ко всему. Приравняют. Потому что мы не лучше и не хуже. Понимаете? А что? Понимаю, а чем мы лучше? А чем мы лучше? А чем мы лучше? Ну, кроме языка, умения логически мыслить, абстрактно мыслить, сопоставлять предметы, сопоставлять абстракции. Мы ничем не лучше. Так вот, если разобраться. Ну, так оно и есть. Да? Понимаете? Ничем не лучше. Вот, шимпанзе этого учили же, помнишь, жестами обращаться? Да. Он бойко говорил жестами. Ты, я, апельсин. Ну, он показывал жесты. Да. Ну, ты мне апельсин. Ты, я банан. Ты мне банан. Ну, вот какие такие вещи. Ну, например, если его спросить, шимпанзе, скажи, пожалуйста, а банан лучше апельсина? И при каких обстоятельствах вам представляется, что банан лучше апельсина? Шимпанзе уже терялся, он не знал, что ответить. Он просто говорил, ты, я, банан. То есть он как бы не способен был сравнивать. Ну, так они даже же абстракции, в конце концов, стали употреблять. Это же известно. Да, они говорили, шапка горы, там, ну, то есть глава горы и так далее. И потом еще ругаться научились, вы знаете, да? Шимпанзе. Причем, да. Причем они сами складывали ругательства, которые, ну, они не могли нигде там услышать или увидеть. Я сейчас не вспомню, что это там, ты грязная мышь или что-то такое. Ну, там было очень смешно. Я же целую книжку прочла в свое время. Про это. Да. Значит, мы не лучше. Во всяком случае, доярки в селе под Красным в Смоленской области, которых я слушал во время утренней дойки, они абсолютно не лучше шимпанзе. Абсолютно шимпанзе, в сущности. Да? Они такие же, как их коровы, да? Они такие, нет, ну почему, чуть лучше. Они, как раз, шимпанзе, которые доют коров. Понимаешь? Ну, значит, мы не лучше. Ну, все, не лучше, хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте. Я-то думал, что я лучше. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Авиационная и космическая медицина, Александр. Здравствуйте. Вы знаете, в чем проблема? Давайте. Смерть наступает не в результате того, что животное там или кто дышит воздухом, а после того, как переводят на... обычное воздушное движение. Назад, вот почему? То есть. Да, потому что вода, плотность высокая, ее вытолкнуть довольно-таки сложно. В легких ведь нет мышц. Легкие управляются диафрагмой и межреберными мышцами, и грудными мышцами. И когда... Вода, а вода не сжимаема, в отличие от газовоздушных смесей. Да. Ну вот вы сейчас покашляли. Вы могли бы таким образом вытолкнуть воду?
воду практически нет. Почему? Потому что альвеолы бы полопались. Они очень нежные. Они практически толщиной в 3 молекулы всего. Потому что газообмен белковые... через них осуществляется. Да, 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 да. И еще вот внутренняя поверхность альвеол, она покрыта белком-сурфактантом, который действительно препятствует их слипанию. А вот чиновники, у которых свисают щеки, у них неограниченный там запас для того, чтобы жабры поместить. Вот жабры, если сделать. Наверное. Вот Дмитрий Рогозин мог бы сделать жабры. Еще один момент. Да. Такие эксперименты, они могут проводиться, но есть конвенция о защите животных. Но животное должно быть под наркозом. А как под наркозом оно осознанно предпримет вдыхание? Нет, дыхает. Да. И очень просто, вводят в наркоз в легкие, и все, там нет шока, нет страха. Ну, мы знаем, что это, эти опыты все уже отзвенели, отгремели десятилетия назад. Да, тупиковый да. вариант, потому что из-за вязкости да. воды и плотности воды и нежелаемой. Да, то есть туда надо подавать трубочку, специальную жидкость, насыщенную кислородом, также трубочку по отсасыванию. То есть сделать как бы биоробота такого странного с трубочками, а это так дорого, что лучше на газах ходить под воду. Ну, так естественно. Да? Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Вот вам ученый. В движении. Руга попала в ситуацию. Давай выручать. Ева Меркачева. Значит, ну, вообще, подруга, не подруга, знакомая. Ну да. Давай расскажем. Месть за вип-камеры. Ты читала это? Да. Что, в общем, я читала, и это тоже была предсказуемая реакция. То есть накануне мы в начале недели читали статью Евы Меркачевой, прям в понедельник. Да. Которая с правозащитниками... Ева Меркачева нашла в матросской тишине палаты специальные, как бы комнаты, номера внутри там, которые, простите, ну, четырехзвездочный отель примерно. Я не говорю пяти, потому что нет конференц-зала, сауны большой, там бассейна нет. То есть это четырехзвездочный отель, который all не обязательно... All-inclusive, да. А может, не all-inclusive, он может платить наоборот. Одним словом, да. Эти были прекрасные номера. И вот эти прекрасные номера вскрыла Ева Меркачева в своей публикации. Мы об этом говорили. Сегодня пятница. Вот что она пишет. Правозащитникам перекрыли доступ в матросскую тишину. Дальше. Видимо, этот как бы отель, и это как бы Дионисий Золотов, там решальщик, который сидит в лучших номерах и помогает как бы решать вопросы, то есть работает в тесной спайке, по мнению Евы Меркачевой, с ФСИНом, то есть они вместе работают по вымогательству денег из заключенных. Кормление на сладких булочках, там называется этот термин, на богатых заключенных. Они выясняют, сколько денег, и начинают, сколько денег у человека, начинают вымогать. Значит, в четверг двоим правозащитникам, Ивану Мельнику и Когершин Сагиевой, прямо в матросской тишине пытались выручить повестки о том, что они привлекаются в качестве свидетелей по уголовному делу против другого члена общественного наблюдателя, вот этих, да, и так далее. А внизу, в подвалах, там какие-то камеры рассчитаны, там на десятерых, которых 30 человек на полу, где там люди спят, что-то там стелят. Где люди спят по очереди. Гамаки себе плетут. То есть наверху номера, где как бы четырехзвездочная гостиница, шикарные номера, которые занимают уголовные авторитеты, решальщики и богатые, которые способны за это заплатить. А внизу номера, где люди спят по очереди. И вот их не пускают теперь Мне кажется, их еще оштрафовать надо все. Нет, еще их пытаются привлечь по поводу всевозможных уголовных дел правозащитников. Понимаете? Значит, повестки вручают прямо там, что мы вас привлекаем и так далее. Вот эта вот теза о том, что мы вас любого можем посадить, они пытаются ее
угу. воспроизвести в жизнь, так сказать, реализовать да. угрозу, да, что любого. И так Ева Меркачева попала в неприятную, в плохую ситуацию. Она заместитель председателя УНК города Москвы, и ей теперь запрещают входить в московскую матросскую тишину. Смысл в том, что она говорит, они в отчаянии от того, что они теряют деньги. И так злятся, Ева Меркачева предполагает, что они так злятся и пошли в отвязку полную в синовцы, сотрудники московской тишины. Ровно потому, что она лишила их серьезных средств. То есть она настолько серьезно подкосила их бюджеты. Перед Новым годом. Да, перед Новым годом. Что они решили пойти по, ну, как сказать, вовсе отвязаться. Но они же таким образом сами себе роют могилу, эти люди, разве нет? Да. Реагируют таким образом. Нет. Ведь это же белыми нитками, получается, все шито. То есть каждое их движение против правозащитников. Они убеждены. Что пресса и правозащитники, они убеждены, что их система с точки зрения Евы Меркачевой криминальная, их система, она санкционирована кем-то таким, против кого Ева Меркачева ноль. Да, более того, они работают во имя, как это, блага России, да? Блага а России. Это враги России. Конечно, да, я думаю, что в СИН... Копают. Скажите, пожалуйста, а в СИН, если вот сказать что-нибудь в СИНу, например, молодец, если начальник говорит, они как отвечают? Служу России? Они же, ну, как сказать, они же... Им же лучше без работы, как врачам остаться, да, чтобы некого было охранять и так далее. Ну так, в пределе. Нет, во в СИН тут... есть вот этот ответ, служу России, если там хвалит начальник. Они же как военнослужащие, да? Служу России! Правильно? Не знаю, да. Не знаю. Или они отвечают АУЕ! АУЕ! Не знаю, как они отвечают, если их похвалит начальник. Я не знаю, просто я не сталкивался с этими добрыми людьми. Может быть, их позвать вместе с Евой Меркачевой? А давайте их позовем. Точнее, мы их зовем в эфир. Ева, мы вас зовем в эфир. У тебя есть свой телефон? Да, нет. Ну да, и плохо, да, ну и плохо. Ну и набери на своем мобиле, прямо сейчас набери и дай мне. Попробуй найти сейчас. Нет, что значит попробуй найти? Сразу звони мне давай. Я обновляла систему недавно. У меня вот у меня то же самое. У меня тоже половина телефонов куда-то слетели, да. С нескольких почт. Ага. Там они почему-то не проявляются, не знаю почему. Ну вот, несмотря на то, что я прописал. Понимаешь? Да уж. Да, ну ничего. Значит, слушай. Сейчас найдем. Да, звони ей. Прямо из кефира, и прямо в кефире мы ей говорим следующее. Значит, Ева, мы вас приглашаем к нам, и в СИН приглашаем. Единственное, для того, чтобы спросить, что они отвечают, когда их поощряет или хватит начальник. Что они поощряют, кричат в ответ. Ну, должен быть такой энергичная реплика. То есть, смотри, начальник говорит, молодец, хорошо, хвалю за службу. Начальник говорит, а сотрудник в СИН что отвечает? АУЕ! Или служу России? Что он отвечает? И если служит России, то как? А если АУЕ, то как? Вот у меня же никаких этих самых, понимаете, никаких вопросов-то особых других нет. Ты мне кинула, да, в Телеграм? Нашла я телефон, это спасибо, наверное, дорогая. Подожди, нет, где? Я это городской, наверное, просто... А где ты мне кинула его? Нет, я не то. Чего не отправила я телефон, я пока ищу ее телефон, написала ей. Сейчас, вероятно, она мне его пришлет. Ну, у меня пока есть городской телефон, их редакция. Ну, хорошо. Ну, молодец. Ладно, давай двигать дальше. Поехали дальше. Значит, а у нас что, сидельцы какие-то звонят? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад стараться? А рады стараться, ваша светлость, да? Да, можно превосходительство. Превосходительство, можно превосходительство. Саш, привет. Я тебе смс-ку телефон прислал. А, ты на смс-ку. Я смотрю, что у меня вывалилось на электрике, на десктопе. На десктопе вывалилось, но я не понял откуда. Ну все, это все. Ева, я тебе телефон прислал. Спасибо тебе большое, спасибо, давай. Саша Минкин, он прислал телефон Евы. Видишь, он присылает путем СМС.
Это несколько архаично, Александр. Несколько архаично. СМС. Зато работает. Ну все может наши работать. С вами новые ну, системы. Может работать. Ну, может работать. Но мы Еву должны поддержать. Сейчас, секундочку. Может быть, она ответит. А может, и нет. Ева, здрасте. Это звонит Сережа Доренко. Я приятель вашей подружки Насти Аношко. Да, очень приятно, Сергей. Здравствуйте. Знаю, конечно, вас. Да? Ага, слушайте, вы можете каким-то образом прийти к нам в программу, если вы не улетаете куда-нибудь на Мальдивы в ближайшие дни, и рассказать снова про матросскую тишину поподробнее? Да, конечно. Скажите, да, вы, когда? Вы же с ними, ну, это продюсер, сверху. Скажите, Евочка, а скажите, пожалуйста, добренькая, а вот если в Синовцу начальник говорит «благодарю за службу», что они отвечают? Ну, обычно так же, как военный, служу Отечеству. Служу России, служу России. Служу России, да. Служу России. Вот мы гадаем, значит, как мужчина сейчас сказал, а не отвечает. Нет, чего изволите, да? Нет. Благодарю за службу. Благодарю за службу. Они варианты. АУЕ отвечает. Служу России, служу России. Или чего изволите, чего изволите. Вот мы, не знаем. Мы хотим и их позвать специально, чтобы уточнить. Потому что мы, так сказать, не знаем, как это происходит на самом деле. Ева, позвони от продюсера, ладно? Да, хорошо, договорились. Вы клёвая, кстати. Спасибо. Ага. Спасибо. Ладно, давайте. Всем хорошего дня. Вам тоже, давайте. Это была Ева Меркачева. Ну что, я запомню телефон. Поехали дальше. Рауль, я смотрю на его фотографию. И что же вы думаете? Ну, я, ты понимаешь, мое детство прошло... С Фиделем, ни в коем случае не с Фиделем. Наоборот, я же всегда изучал страны, которые были проамериканские, кстати, там, Аргентина, ну, и так далее, разные такие страны. Кубой мы не занимались, мы же Кубой занимался там. Ну, вы же знали о ней. Я знал о Кубе. И любили ее. И на первом курсе на Америку. Ну, как я ее любил? Я ее любил с осторожностью. Потому что я один раз там делал пересадку на Кубе, я летел из Эквадора и делал пересадку на Кубе. Кубана де Авиасьон привезла меня в Гавану. И в Гаване я ждал самолета Ил-86 из Манагуа, который летел Манагуа, Лавана, Гандер, Шеннон, Москва. Все время с посадками, потому что Ил-86 надо было постоянно дозаправлять. Ты понимаешь, в чем дело? Да. Значит, я ждал из Манагуа самолета. Ждал я его 5.5 часов. Я был в Гаванском аэропорту. Я должен сказать, что более скверного места на планете Земля трудно сыскать. Только, может быть, Ставропольский аэропорт. Это омерзительное местечко, где за бешеные доллары тебе дают кусок говна. Просто я попросил говядины. Это была, я думаю, говядина. Это было шницель по-венски. Я думаю, выброшенный в Вене на помойку и найденный на помойке где-то в Вене. Поэтому он и назывался по-венски. На помойке в Вене найденный шницель был десятилетней давности, иссушенный, изгрызенный какими-то червями и затем разогретый в микроволновке Аристон. Вот примерно вот так вот. Причем это все стоило почему-нибудь там $14, я сейчас не помню. Я думаю, можно вы мне бесплатно дадите этот шницель снова и еще приплатите? Ну, как-то это было ужасно в Гаване. Правда, я тебе говорю. Я серьезно сейчас говорю. Не люблю я их. Но они люди хорошие, энергичные. А главное, ты знаешь, что когда летит рассвет, ты палах, ты есть папи. Ну, ты знаешь. Что? Ничего, я перехожу на испанский. Нет, ну все, Куба хороша в этом смысле. Она энергичная, такая очень материалистически мясницкая такая. Ну, так слушай, значит, когда я смотрю на Рауля, человека 86 лет, с иссушенной такой маленькой головкой такой. Ну, у него голова такая не очень большая. Фидель все-таки был человек фактурный. Понимаешь?
Фидель, ты говорил, Фидель, и кубинцы хором отвечали, Фидель, ты ну кохон аси. Да, значит, а сейчас мы смотрим, Рауль, но ты ну кохон аси, но. Ну, да? Ну, да. Да. Ну, а что, вам кажется, что, ну он же, молодец? И он сейчас избирает, по новой идет. Как по новой? Голованов бы сказал, что сложит полномочия, когда будет сформирован новый парламент. Он заявил, внимание, 86-летний Рауль Кастро, Рауль Кастро заявил, что нынешний пятилетний срок станет для него последним. То есть в 91 год он баллотироваться вновь не будет. Он только останется руководить коммунистической партией. Он в 91 год, закончится его мандат пятилетний, и он больше, говорит, баллотироваться не буду. Все. Хватит, говорит. Останусь руководить компартией, а госсовет, ну вас нафиг. Последние 5 лет поруковожу. 86 лет, чувак. А ты говоришь. Да. Медицина у них хорошая. Была когда-то. Нет, медицина, правда, хорошая. До сих пор. До сих пор. До сих пор. Другое дело, что она редуцируется. Да-да, за счет прекрасных врачей и прекрасного оборудования для геронтологических правителей. Геронтологические правители сосредотачивают на себе все это оборудование. Но сейчас у них они кончатся, они же умрут когда-то, все-таки все развалится, да? Ну, я не знаю, какие-то новые подойдут на... Новые подойдут. Они сейчас присмотрели молодого преемника, пацана, которому 57 лет. Через 5 лет ему, соответственно, будет 62. Как раз он уже дозреет. И он мальчишка, 62 года. И он, вероятно, когда уже возглавит госсовет. А Рауль пойдет руководить этой самой коммунистической партией Кубы. Господи, Павел, смотришь, наверное, без слез смотреть невозможно. Ну, скажи, что невозможно. Невозможно. Скажи честно, жалко невозможно. Жалко людей, жалко. Жалко. Зюганов отказался идти на выборы президента, а есть статьи, в которых, возможно, откажется. Скажи, пожалуйста, отказался или не отказался? Ну, если теперь все я чаще вижу в заголовках Грудинина, то, наверное, отказался. Грудинина вы знаете или нет? Я хотел бы уточнить его аудиторию. Давайте, скажи, пожалуйста, да. Грудинин – это человек, Павел Грудинин, который возглавляет совхоз имени Ленина и которого вы часто довольны-таки, ну, с какой-то известной регулярностью видите на Первом канале. В дневных передачах вы его видите. И вы его видите и слышите, вернее, у нас на радио тоже. То есть он такой человек, не чужд, он не чужд прессы. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Это Виктор 26-й, да, за эфир. Да, так что же? Грудинина, вы знаете Грудинина? Я его видел, как говорится, в нали... ну как это, ну, лично, разговаривал лично, немножко. Да. Нормальный мужик, не буду, как говорится, размазывать самое, пищу по тарелке. Да. Внушает доверие, только и всего. Да, спасибо. Значит, я должен сказать, что в пятницу 22 декабря, это сегодня, состоится пленум и съезд КПРФ. Одновременно. И пленум и съезд. Наверное, пленум будет первые 15 минут, потом раз, сразу съезд. А за день до этого, как стало известно журналистам, лидер коммунистов Геннадий Зюганов решил не баллотироваться на предстоящих выборах главы государства в марте 2008-го. Давайте его просить баллотироваться. Давайте просить его баллотироваться. Геннадий Андреевич, без вас. Кого? Клоунада будет совершенно выхолощена. Ну, как-то это неправильно. Геннадий Андреевич, это что, Грудинин? Нет, вы просите, Андреевич, собираетесь Папа Зю, да, Папу Зю. Просим Папу Зю все равно снова баллотироваться. Товарищи, просим его. Без него. Не надо. Я умоляю. Без него будет очень хорошо. Цирк. Ну что вы, будет прекрасно, уже достаточно. Цирк, это самое. Есть один сезон в американской истории ужасов, ты знаешь? Американская история ужасов, ты знаешь или нет? Нет. Это один из сезонов, может быть, четвертый, я сейчас не знаю точно. Это цирк уродов. Ну там женщина. Серия такая, да? Не серия, а. Сезон, я сказал сезон, я четко сказал сезон. А, целый сезон цирк уродов. Сезон цирк уродов. И там женщина о двух головах,
Ну, там бородатая женщина, бородатая женщина, да. И так далее, и так далее. Всякие, значит, с крабьими руками персонажи и так далее. Мне кажется, что цирк уродов будет абсолютно потеряет одного из лучших своих представителей, если Геннадий Андреевич... Мне кажется, это слишком исчерпывающее описание. Вы ему льстите, извините, да? У меня такое впечатление, да, что не, уже ну, давно ничего не осталось. Я провозглашаю следующее. Геннадий Андреевич, пожалуйста, вернитесь в обойму. Геннадий Андреевич, не сглупите. Идите на выборы. Без вас цирк уродов попозю. Секундочку. Вернитесь, пожалуйста, в обойму. Не уходите. Баллотируйтесь. И Грудинина с собой возьмите. Нет, Грудинин пусть, с клубникой за вами бегает. Все. Значит, 134-21-35. Папа Зю, вернитесь. Вернись, Папа Зю. Вернись, Папа Зю. 134-21-35. Нет, не возвращайся. Уходи, Папа Зю. Уходи, Папа Зю. 134-21-36. Это голосование. Это телефонное голосование. Вы просите... Зюганова, тем не менее, баллотироваться. Баллотироваться. 134-21-35. Вы предлагаете Зюганову уйти, что это очень верное решение. Очень верное решение. Все-таки уйти. Уйти. Пора. Ну все, ну все. Ну хватит. Можно уже сидеть на даче, там пинать какие-нибудь яблочки и так далее. Понимаете? Шашлыки. Шашлыки, пинать шашлыки ногой, подбрасывая их и так далее. Понимаете? Все-таки вы за то, чтобы Зюганов баллотировался непременно. Непременно баллотироваться. 134-21-35. Мне кажется, шоу не должно терять лучших. Шоу не должно терять лучших. Да где ж там лучшие-то, Сергей? Ну, не лучшие. Лучшие как будто у нас новые уже. Ну, они, может быть, дряхлеют, мать, но лучших нет. Да нет. Ну, нет никого лучших. Это то, что вы называете лучшими, это... Да лучше. Нет, вообще, но мы же живем... Довольно провинциально. Мы живем провинциальной жизнью. Даже в этом смысле не надо себя уговаривать. В нашем колхозе эти сойдут. А кого ты хотел? Нет, у нас вот есть новые. Шварца? Нет. Кого-нибудь более, да, там. Нет, а кого более? Из Камеди-клаба. Из Камеди-клаба? Нет, 22-78. У меня идет голосование. 300 человек, я останавливаю голосование. 22% требует возвращения Папы Зю на баллотирование. Вернитесь на баллотирование, Папа Зю. Мы вас очень просим. 22%. 78% говорит, что ему пора уходить. Это огорчает меня. Это огорчает. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Хорошо, да, звонил. Да, здрасте. Здравствуйте. Я очень рад, что Грудинин идет на выборы. Вот 33 года мне. Пойду за него голосовать. До этого не хотел идти, потому что это клоунада надоело. Да. А так, по сути, я его на Ютубе смотрел. Грудинина. Разговаривает. Вот. И это Зюганова единственный мужской поступок за последние 20 лет. Да. Когда вот он сейчас в пользу, так сказать, ну, надеюсь, что Грудинина взял свою кандидатуру, потому что до этого, ну... А за кого вы голосовали на предыдущих выборах? Вот мне интересно. Ну, ни за кого вообще не ходил. Ни в Госдуму, потому что жена как-то дежурила на выборах, рассказывала, как за Единую Россию пачками там вливали бюллетени. Вот, поэтому... Ей казалось так. Ну, как казалось, видел вживую. Нет, нет, если она видела, это же страшное преступление, она должна была пойти в прокуратуру. А раз не пошла, значит, ей казалось. Ну, поэтому я, для меня сейчас выборы стали интересны, потому что продавили Зюгану патриотические силы. Наконец-то кто-то хоть будет альтернативой. Потому что Путин в дебатах участвовать не будет, это естественно. Останется один Грудинин, а и он там себе Путин получает, так сказать, явно... Да, Грудинин. Что именно привлекает вас в Грудинине? Вот что именно? Во-первых, человек с земли, он сделал себя сам. Да. Как я, вот, handmade. Да. Во-вторых, то, что он говорит спокойно, не дергается, не пытается заискивать. Он просто спокойно общается с людьми. Поэтому люди его любят, если обратить внимание, как бы относятся к нему очень положительно. Вот. Ну и, соответственно, как бы, что сказать, возраст тоже дает о себе знать. Ему не 60, а сколько Грудинин? Давайте посмотрим, давайте посмотрим. Вики, Павел Грудинин, Вики, выложи мне, пожалуйста. Ну, лет 55, не больше. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, наверное. Сейчас посмотрим. Сейчас мы посмотрим. Знаете, это очень обманчиво. Внешность обманчива. Я говорил уже, мой садовник все время говорит, что мне 65, например. Я серьезно говорю, ну что делать? Ну, ничего не поделаешь. Понятно. Да, он говорит, посмотри на себя и посмотри на Путина. Кажется, что наоборот у вас возраст. То есть мне 60. Я не против Путина. 60-го года, Павел Николаевич. 60. Как мой отец, 58. 60-го. Я вам больше скажу. 57. Значит, 20 октября. То есть он...
он даже, это самое, он, у него два дня со мной разница в день рождения. Но это очень интересно. Я думаю, его задвинут, побоятся, потому что слишком сильная альтернатива. Люди-то понимают, ху из ху, как говорится. Да, может быть, не знаю. Смотрите, родился 20 октября 60-го года в городе Москве. В 61-м году семья Грудининых переехала работать в Ленинский район Подмосковья. Он окончил школу в 77-м году и поступил в МИИСП имени Горячкина по специальности инженер-механик. Закончил в 82-м году. А по окончании института идет на работу в совхоз имени Ленина. И с 82-го года, с 82-го года работает в совхозе имени Ленина. С 82-го года. А в 95-м был избран директором. И с тех пор директор. Таким образом, он с 82-го года, мать, вот это трудовой стаж. А? Да. То есть он 35 лет шарашит в совхозе имени Ленина. И получается, вроде, не знаю. Ладно, юриспруденция у него еще есть. У него второе есть высшее образование, юриспруденция. Это обнадеживает до какой-то степени. Но папу Зю я не отпущу новостью. Настенька, можно пока Ромы нет, Щукина, я, значит, погуляю по его полю. Рейтинг машин в Европе. Мне это ужасно кажется интересным, и нашим слушателям тоже. Послушай, рейтинг самых продаваемых в Европе автомобилей за 11 месяцев текущего года составила аналитическая компания JATO Dynamics. По ее данным, за этот период европейский авторынок показал рост на 5%, там 5,2%, по отношению с аналогичным периодом 2016 года. Лучший результат. Ну, скажи мне, лучшая машина Европы, самая продаваемая машина Европы, скажи мне. Volkswagen какой-нибудь. Ну, дальше. Маленький. Какой? Polo. Нет, Golf. Гольф. 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 Ты же гольфистка. Ты же гольфистка. Как ты не могла? Да, но я должна... их, кстати, очень давно не вижу. Как клятву. А знаешь почему? А их не продают. В России нет гольфа. Когда это вообще было нам препятствием? А я тебе скажу, что с 1 января 2017 года гольф в Россию не поставляется. А поставляется гольф 2016 года. Это связано с тем... Насколько я понимаю, я сейчас скажу, потом концерн Volkswagen меня разжалует куда-нибудь в пехотинцы и сошлет в Папуа-Новая Гвинея. Я думаю, они меня возненавидят. Но я сейчас скажу о своей догадке. Значит, в 17 году гольфы 17 года не продавались вообще. Они исчезли с сайта. На сайте первая машина, более-менее похожа на гольф, это там Jetta. Вот Jetta можно купить. Понимаешь? Значит, они не продавали. Почему? Еще? Почему? Потому что русские потребовали дорогостоящих испытаний каждой модели и дорогостоящей установки ГЛОНАСа в дополнение к GPS. ГЛОНАС и GPS, понятно, да? Угу. А Volkswagen решил, что поскольку будет смена поколений, нефиг на один год проводить эти дорогостоящие испытания. И с 18-го года снова будет гольф. Он будет. Но новый. А старый? Да. Старая модель. Мы выбросим на помойку. Ее не продавали уже целый год. Ее не продавали просто. Смотри, значит, хорошо. А в Европе, наоборот, его любят. И, кстати, можно я скажу? Да. И я его очень люблю. Я и очень, вы любите. Я вы очень когда люблю. Ездили на нем в последний раз? На какой модели? Я ездил вот на этой, вот старой. А сейчас какая вот сейчас последняя? Это восьмая? Ну, вот которая выйдет новая, не знаю. Которая новая выйдет. Кто разбирается в гольфах? Скажите, пожалуйста, кто разбирается в гольфах? Гольфисты, позвоните, пожалуйста. 7373-948. У Насти был гольф 3. Третий. И был второй. И гольф 2 тоже был. Каждому из них было 14 лет, в совокупности им было 28 лет. Я хочу сказать, что гольфисты, пожалуйста, расскажите нам про гольф. Про гольф. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Доброе утро, у меня гольф 3. Третий? Вы гениальный человек, господи. Ну и что там, а как, он проржавел хоть? Хуйсость. Да, молодец, молодец. 7373948. 7373948. Хорошо. Значит, гольф третий. 7373948. У кого еще гольф третий? У кого еще гольф третий? Алло, здравствуйте. 7373948.
Озорный. Этот был озорной, они все озорные. А, прекрасно. 7373948. 7373948. 7373948 это телефон для тех, кто ездит на Гольфе. И мне просто интересно. Алло, здравствуйте. День добрый. Здравствуйте. Я уже не ездил на Гольфе в свое время. Да. Вот, а сейчас говоря, какой сейчас... выйдет? Вот Настя сейчас спрашивает, а мы номера не знаем. Вот какой выйдет гольф? Выйдет восьмой. Сейчас семерочка была, а выйдет восьмерочка. Восьмерочка. Да, ну и что, брать, брать? Нет, ну я-то не возьму. Слушайте, я уже взял, слушай, я взял трехцилиндровый мини. Трехцилиндровый мини. Сергей, вы прекрасный автомобиль взяли. Боже, как он мне нравится. Боже, как он мне нравится. Это мечта моя, возможно, когда-нибудь я ее тоже осуществлю. И можно сказать, он на низах, вот когда я трогаюсь со светофора, он абсолютно не говорит мне ничего, что я типа продешевил и надо было взять побольше. Ничего я не слышу. Вот на низах, да нет, до 60. Прекрасный автомобиль, да, для города. Да, шикарно. Плюс у вас эсочка же, насколько я понимаю. Нет, в том-то и дело, что трехцилиндровый у меня. А, не эсочка, и все нет, равно довольная. Нет, очень, я же на ручке. Я на второй передаче добираюсь до 80. И, собственно говоря, она настолько мягонькая, что если бы он мне не напоминал перейти на третью, я бы так на второй бы и ехал. Честное слово. Они такие мягкие, элегантные эти передачи. Я понял вас. Нет, да, у вас шикарный автомобиль. А по поводу гольфика, да, смотрите, я думаю, что там проблемы-то не из-за ГЛОНАССа были, а проблемы то, что... Они сборку в Германии его осуществляли, и он, да, поставлялся нам за безумные деньги. Я понял. Поэтому вот и причина плохих продаж в России. Спасибо, спасибо, спасибо. Хорошо, смотрите, значит, я прочитаю весь список. Лучший результат показал германский Volkswagen Golf, который в январе-ноябре разошелся тиражом через 45 тысяч, став абсолютным лидером на рынках Австрии, Бельгии, Германии, Норвегии и Люксембурга. Второе место – Renault Clio, около 300 тысяч. А третье место – Volkswagen Polo, как ты говорила, ты предвосхищала это. Volkswagen Polo. А, значит, с абсолютным лидером, причем Polo с абсолютным лидерством во Франции, Нидерландах и Португалии. Четвертую строчку, Ford Fiesta, наконец-то, да? И, наконец, потом Nissan Qashqai на пятом месте. Мы говорим про Европу. А еще ниже Peugeot 208. Это не то, на чем ты ездил некоторое время Никогда назад? Никогда не ездил. Никогда не ездил. Прекрасно. Peugeot 208. А еще седьмой Opel Corsa с результатом 221 тысяча проданных единиц. И, наконец, восьмой. Это Volkswagen Tiguan. Девятая Skoda Octavia. И, наконец, на десятом месте Opel Astra. Итак, вот эта десятка машин, которые продавались в текущем году в Европе. Она, я думаю, в общем, примерно совпадает по не по маркам, не по названиям, а по стилю с русским рынком. И это хорошо. Русские, наконец-то, становятся похожими в этом смысле на европейцев. Начинают экономить, начинают понимать, что не надо занимать во вселенной такое огромное место, несопоставимое с размером собственной личности. Не надо себя обязательно возить на Toyota Tundra, не надо себя обязательно возить на Sequoia, не надо там Кадиллаки покупать. Вот это все не нужно. Русские начинают становиться существенно более приличными людьми. Но понимаешь? Это в Москве. А? В Москве. Да, я вижу на очень симпатичных Hyundai, очень симпатичных и не, как это сказать, я вчера пропустил, выезжала из двора фирмы, вот здесь недалеко, девчонка, на какой-то Hyundai корейской. Название ее, мне страшно стыдно, я не запомнил. Такая маленькая, такая куценькая, хэтч такой. Я хочу сказать, что, судя по ухоженности этой девчонки, она не бедна. Она не бедна. Но она уже не хочет демонстрировать богатство каким-нибудь Мерседесом или БМВ. Понимаешь, да? Она очень не бедна, судя по всему. Привлекательна, интересна и так далее. И у нее Hyundai. Вот это я приветствую. Люди, я с вами.
Ну, конечно, платные парковки в дворах. Вот это что это? Настенька, ты пожалуйста, выступи с докладом. Ну, пока это, как я уже говорила, на второстепенных ресурсах появляется. То есть не в российской газете, я не видела публикации на эту тему. Да. Однако же люди охотно репостят и обсуждают. И выглядит текст следующим образом. А почему сейчас мы читаю. Не проверим? Можно тебе... А даже... мы можем легко Нет, проверить, да. конечно. Можно, вот смотри, законопроект сейчас. Номер... Подожди. Законопроект номер 104-7264-6... который больше известен как законопроект о платном въезде в городах, приняли в окончательном чтении. А убрали про въезд в город платный убрали из этого про закона убрали. Текста. Зато вписали платные парковки во дворах. Значит. Это на усмотрение местных властей. То есть если у ваши Насти? Депутаты, у вас в вашем районе, ну если мы берем Москву, да, есть депутаты. Мы можем говорить об этом с тобой... С уверенностью или да, нет? Да, может быть, это фейковая новость. Надо нам проверить ее, Настя. Пожалуйста, напиши законопроект. Законопроект. Давайте. Номер. Вот это все. Вот это все, весь этот номер. Выпиши его, пожалуйста. Если это фейковая новость, мы с тобой не должны попадаться. А можешь мне еще раз для скорости? Пожалуйста. Быстро... Законопроект номер 10-47-264-6. А вот он, да. -6. Выскочил. Пожалуйста, может быть, тебе удастся открыть его где-нибудь на думском сайте, и ты поймешь его статус. Понимаешь, так, да? Да, значит, сейчас и... право.ру. Вот право.ру мы считаем. И вдобавок, да, ресурсом. Хорошо, это хороший ресурс. Скажи мне, пожалуйста, и вдобавок, я тебя очень прошу объяснить, почему, когда ты говорила об этом на летучке, у тебя был тревожный голос? Что в этом плохого? А потому что люди, которые репостят, они предвидят, то есть продлевают векторы, предвидят, ну, фактически запрет парковки на дворовой территории. Что в этом плохого? Поскольку у нас нет других мест, где мы можем хранить наши автомобили, то плохое в этом то, что придется отказаться от автомобиля вовсе, потому что вы не сможете его никуда ставить. Ты покупаешь парковочное разрешение за 3000 на год. Резидентное. Резидентное. Это сейчас, если это Нет. право оставят. А если вам. Через 100 лет его не будет, то это тебя не должно касаться. Ну, его может не стать уже совсем скоро, как мы видим. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Решение. Добрый день. Здравствуйте. Я хотела сказать, что я уверена, что, во-первых, что если это ушло в массы, то это 100% будет. Будет. Я сомневаюсь, что это фейковая новость. Нет, да. нет, это не фейковая новость. Да, это первое. И второе, еще хотела сказать, что я достаточно часто езжу по Европе, ну, на своем да. автомобиле из Москвы, так мы выбираемся и едем. Да. А и что я хочу сказать, например, в Сербии, да, мы были очень гениальное решение с парковками в. Какое? Значит, обычные металлические конструкции, которые там несколько этажей всего. Все спокойно умещаются, не мешают ни в коем случае детям. А многоэтажная такая штука, да? Да, металлическая, обычно многоэтажная. Это, я так поняла, что по типу, как делают леса, ну, строительные. Да, 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 да. Вот, все очень просто, симпатично выглядит. Ну, может быть, не так, как А сколько хотелось, стоит? Как у нас а сколько стоит? Бесплатно, это бесплатно. То есть есть шлагбаум, туда чужой человек не заедет. При этом несколько уровней, все помещаются. А, это для дома, да? Это для дома. Для дома, да. Да, компактно выглядит. И у вас там фиксированное место или любое свободное? Я полагаю, что фиксированное. Я в Сербии не жила, но я так думаю, фиксированное. Например, еще один опыт. Да. Если вы были в Эмиратах, тоже могли наблюдать, что не нужно врываться в землю, вкладывать в это какие-то баснословные суммы, пожалуйста, первые 2-3 этажа в парковке. Да. Я думаю, что это будет удешевлять. Почему у нас нельзя так сделать? Вот в чем вопрос. Вот, смотрите, значит, давайте, у вас есть минута, да, порассуждать? Да, конечно. Значит, что говорят наши? Что, а в Нью-Йорке подземные, вы знаете, в Нью-Йорке подземные. Несмотря на то, что там Гудзонов залив, несмотря на то, что там Гудзон, сама река, простите, и Ист Ривер, вот это пролив, да, все равно это не мешает им делать подземные парковки. Потому что он стоит на граните, сам Манхэттен, гранитный камень такой гигантский. Ну вот, и значит, а наши говорят, под землю пойти не можем, потому что там коммуникации, метро и бог весть чего, и там подземные реки и все такое. Окей.
Тогда мы говорим, как вы сейчас говорите. А почему не поставить во дворах эти конструкции, как в Сербии? И вот у меня тоже вопрос. Они скажут, знаете что? Ну, там детские площадки, фуфу-ля-ля, вот эти все вещи. В Сербии тоже есть дети, и я уверена, что там тоже есть детские площадки. Более того, я видела детские площадки. Ну да. Не поверите, например, также опыт Италии. Я сейчас не беру Рим, там вот эти вот безумные красивые места, да. Были, например, небольшой городок, поселок даже, я бы сказала, это под Вероной. Все то же самое, там очень симпатичные, только подземные парковки. Да. Как им это удается. Маленький городок совершенно вот как, ну, как поселок городского типа. Есть магазины, есть, никто никому не мешает. Стоят машины возле дома, пожалуйста, для гостей. Каким-то образом врываются подземные парковки, знаете, как гаражи. Да. Их сверху не видно, а подходишь поближе, видно туда лесенка, как вот у нас возле магазинов. Как спуски, да, такие. Да. Почему вот там можно? Почему, зачем нам придумывать сложности, намеренно придумывать сложности? С другой стороны, вот то, что Настя говорит. А если сделают план? А у вас, вы зарегистрированы в Москве или так? Да, я живу недалеко от вас, это в Крылатском. В Крылатском. Смотрите, скажите, пожалуйста, а если у вас есть резидентная парковка, то вам вообще ничего не угрожает платная парковка во дворе, а даже наоборот, вы заинтересованы, чтобы она была максимально дорогой, чтобы всегда были свободные места. Ведь вы по резидентной парковке, которая довольно легко через интернет оплачивается, там 3000 в год, вы можете в любое время ставить машину. Да, я в курсе, у меня супруг зарегистрирован в центре, да. И однажды он... видимо, ну, забыл, как бы, да, оплатить, ему пришлось пролонгировать, но пролонгировать не так просто, как пришел, оплатил, то есть ему нужно было ждать еще пару дней подтверждения. Да. То есть это столько проблем, это такие сложности на... Да, об этом надо постоянно помнить, об этом надо постоянно помнить. Вот у меня там типа 2 февраля, и я уже сейчас начинаю, нервно вздрагивая, так сказать, там, записывать в Google календарь, чтобы он мне напомнил за 5 дней и так далее, и так далее. Да, это правда. Еще у меня страховка, а еще у меня там квартплата, налоги, да. Не знаю, у меня голова квадратная. Да, это правда. Спасибо за звонок. Значит, вот это очень, очень интересные вещи. Люди ездят. Люди ездят и видят опыт других стран. Понимаешь? А опыт других стран показывает, что мы движемся в каком-то оптимальном, наверное, но не в очень приятном варианте. Понимаешь? Настенька, смотри. Осталось только одобрение, я так понимаю. Я тебе расскажу про Совет дом. Совет Федерации и президента. Для значит, все будет. Что-то. Все будет. Слушай, я тебе скажу простую вещь. Вот двор. Берем двор. Да. Мой. У нас на въезде сидит господин, охраняет этот въезд. Он, кстати, наблюдает, и он другие въезды во двор в 8 вечера закрывает на замки, там, проходы все закрывают на замки. То есть он как комендант, в сущности, комендант двора, да? А он, вероятно, я так думаю, у меня есть подозрение, но я его не обвиняю сейчас, но я вижу, что машин довольно много бывает... случайных, как мне представляется, я думаю, что как-то они с ним договариваются. Да. Как-то договариваются. Взаимной любви и выгоде. То есть, если бы там нарисовали платную парковку во дворе, то мы бы получили отсутствие господ, которые договариваются на въезде. Да. Они бы все равно должны были платить. И если бы сделать 200 рублей в час, а это моя мечта, чтобы сделать 200 рублей в час, то, внимание, если я тебе объясню, если мне на почту там выйти, на почту нет, куда-то мне зайти на секундочку в магазин, обычно это 10 минут. 10 минут, а это мне будет стоить, если 200 рублей в час, а поскольку поминутная парковка в Москве, будет стоить очень дешево. Оплачу я элементарно приложением в телефоне, то есть это все в секунду делается. Я 200 рублей считал бы минимальной парковкой, а лучше 300. Тогда в моем районе не будет приезжих. В моем районе не будет приезжих. И будет тяжеловато оплатить это все. Понимаешь? Да. Зачем будут приезжать на общественном транспорте? А я буду и во дворе, и вокруг двора, и везде, и на улице, в своем районе, с резидентной парковкой. А потом и вы не будете нигде. Нет.
Потому что эти резидентные парковки пока есть, а завтра их не будет. Настенька, давай скажем, что сейчас труднее, конечно, чем в средние века. Жить стало труднее. Нет, легче вообще. Знаешь, что я не... В средние века у вас флюс, и вы умираете. Ничего сделать нельзя. Жить стало труднее. Я тебе расскажу. Нет, стало труднее. Я тебе объясню, почему. Да. Я читал статистику, сколько работал человек в средние века, чтобы просто обычный человек, который жил там над земли, вот сколько он работал в средние века, и сколько человек работает сейчас. Значит, человек в средние века работал в 3 раза меньше, чем сейчас. В три. Остальное время он лежал на печи. Приспокойно. Я тебе объясню, потому что он делал только сезонные работы. Основная, ну, мужчина, во всяком случае. Основная работа была на женщинах. Они шили, пряли, вымывали там, и все это детьми занимались, да? Мужчина, он шел за плугом в мае, в апреле-мае, и он потом ходил косить в июне, он ходил косить в июле 2-й раз, и 3-й раз он ходил собирать в августе-сентябре. Все. Все остальное время он лежал, теребя волосы у себя на брюхе. Все. Ну, никакой такой работы в средние века не было. Что он делал? Лежал. А за дровами? Ну, за дровами. А на охоту? Ну, за дровами. А на охоту — это охота. Приохотилось ему ехать на охоту. Это развлечение. Ну, слушай меня. Потому что он жил тем, что он зарабатывался с земли. Послушай меня, конечно, жить становится тяжеловато. И ты сейчас, когда ты мне рассказываешь, что ну и отнимут резидентные парковки, Настя, ну и отнимут через 20 лет. Но сегодня я заинтересован в том, чтобы врубили 300 рублей за стоянку в округе, 300 рублей. А у меня была бы резидентная парковка, и я бы приезжал, спокойно парковался. А так я ребенка привожу из сада... Я сейчас, вчера. И я вторым... Нет, я вторым рядом стою. Значит, звоню жене, чтобы она спустилась, забрала ребенка, на улицу выбежала. Понимаешь? Значит, я не могу ребенка завести в дом, не припарковаться, ничего. Понятно? Значит, потом я еду вокруг дома искать местечко, потому что все заставлено. А почему заставлено? Потому что 60 рублей... А сделайте 300, может, мне найдется местечко. Понимаешь? Сделайте 300. Мне места нет припарковаться. Давайте голосование будем проводить, не будем? Нет? Это не популярная мера. Это популярная мера. Будет. Если у тебя есть резидентное разрешение. Если его нет, не популярно. А если оно есть, тебе пофиг, сколько стоит стоянка. Пофиг, потому что ты платишь 3000 в год. Да куда ставить-то? Ставить-то некуда. Места некуда, нет, потому, понимаете, не запланированные места. Все приехали туда, эти, как это... Как да там, жители там ставят. Ну кто да приехал жители, к вам туда? Да не жители. В этот дом. Я переставляю жене машину каждое утро. Ты знаешь, что я делаю утром? Нет. А я переставляю жене машину. Зачем? Затем, что мы на ней едем за детьми в 7.30 вечера, в 7.40, в 7.20. Не знаю, 8, мы паркуем машину, там по разным причинам мы приезжаем около 8. Послушай внимательно, давайте пропустим. Значит, мы приезжаем около 8, и мы ставим машину, куда придется, наперекосяк, ужасным образом во дворе, ужасным образом. А утром в 6 утра я выхожу, и парковочных мест как грязи. Вот именно когда остаются одни жители, парковочных мест как грязи. Понятно? У нас. Вот конкретно я тебе привожу свой пример. Вот если бы все эти люди, которые приезжали к нам вечером и не давали мне поставить машину, если бы все эти люди платили бы по 500 рублей в час, они бы не приезжали. И я бы поставил машину нормально. Я бы с ребенком вышел у подъезда. Я бы ребенка отвел домой. Но я не могу, дорогая. Я паркуюсь вторым-третьим рядом, а потом ставлю около помойки, потому что все занято. Потому что парковка 60 рублей. Это слишком дешево. Новости. Слушай, не знаю, курсоруб.ком 58.37 рубль дорожает. Вообще молодцом, понимаешь? 58, 37, 69, 22 по
евро, 64,78, не так-то и нефть, ну, нефтюшка прибавила все равно, вчера была 64, ниже 50 центов, а сегодня 78, гляньте, 1,18,56, ну что, мы попробуем 1,19, что ли, 1,18,56 в главной паре, и, наконец, биткоин-доллар, 13 тысяч долларов за биткоин, с 20, Настенька, да, был 20 тысяч 90 что-то такое, или 20 тысяч 80. Да. Значит, сейчас 13 тысяч 93. Берем? Не знаю. Берем? Я бы прогулялся. Но знаешь, как люди делали? Вот я тебе расскажу, как люди делали, когда я... У меня были тщетные... У меня было несколько этапов в жизни, когда я тщетно надеялся заработать на биржах. То есть мне казалось, что моего гигантского мозга, я здесь не льщу себе, а это цитата из Ваннегута, гигантского мозга должно хватить для того, чтобы жить не работая ни на кого, ни с каким дяди никакого, чтобы не было начальника. Никакого дяди начальника. Я хотел жить как господин воздуха, воспламененный идеей, которую я почерпнул от Александра Ивановича Неклессы. Понимаешь? Жить как господин воздуха. И эти периоды приходили ко мне несколько раз. Первый раз, это было в 7 классе, когда я отправился сбивать ящики на овощебазу. Мне казалось, что если я буду сбивать ящики на овощебазу, я буду независим от родителей. Потом, ты знаешь, что я работал моделью, тоже, чтобы заработать денег. В 10 классе я был моделью. Да-да, моделью. А вам шили? Или да, вы да, демонстрировали одежду? И то, и то. Ну так вот, значит, и я все время надеялся как-то так работать, чтобы всех в гробу видать. В 96-м году я занимался биржей совсем серьезно и пролетел на, как я говорил, стоимость примерно 6 квартир. 6 квартир я потерял по цене. Да? Значит, И потом все время со мной приключалось, что я хотел... Знаете, и был момент, когда можно было много срубить на ЮКОСе. Вот когда рушили ЮКОС в 2003-2004 году, Настенька, как он гулял, что твой биткоин? Как он носился, голубь? А сейчас что? ЮКОС? Да. Сейчас его нет. Значит, или есть, не знаю, надо позвонить, спросить, может быть, кто-то знает, Невзлин знает, не знаю, кто знает, Ходорковский знает, не знаю. Но тогда было шикарно, как можно было срубить на ЮКОСе, господи. ЮКОС сигал по 20, по 17, по 15% в день. Боже мой, как это было вкусно. Я думал, вот если встать внизу, а потом это самое, она отрастает, какое-то обнадеживающее заявление. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Да, вы играли на ЮКОСе. Я на ЮКОСе не играл, но я хочу сказать то, что я обвалил биткоин, закупив на 2000 долларов его вот буквально позавчера. Это вы обвалили? Он упал. Ну ладно, подождите, 2000 вы отобьете эти. Отобьете и 4 отобьете, все будет хорошо. Вы на какой брали, на 17? Я брал на 18 долларах, на 18 тысяч. На 18. 18 будет. А? Будет. Надеюсь. Будет. Вы отобьетесь. Купаться нечем. Вы отобьетесь. Это сейчас бы докупиться, конечно, внизу, да. Я понимаю. Вот я о том же. Да. Сейчас бы надо докупаться. Сейчас бы надо резко докупаться, понимаешь? На 13. Чтобы с ним вместе идти вверх. Потому что если бы он сейчас на 2000 докупился, он бы отбился посередке. Ты понимаешь, о чем я говорю или нет? То есть между 13 и 18. Если бы он сейчас взял бы на 2000 на 13, он бы отбился посередке. Понимаешь? Да, понимаю. Понимаешь. А если взял бы на 4000, отбился бы на 1/3 движения до 18. Это? Ну, это то есть на 1700. Плюс 1700, и он бы уже сидел бы в шоколаде на 15. Он уже на 15 уже отбился, и все хорошо было бы. Но, говорит, нечем догоняться. Ну что, так бывает. Ребят, значит, смотрите, я вам говорю, что бывает, когда... Ну, надо иметь инструменты все равно. Вот если бы я знал, какие заявления будут по ЮКОСу в 2003-2004 году, я мог бы стать миллиардером.
Потому что раз заявление там, ЮКОС будет жить, там все нормально, он улетает на 20% вверх. В тот же день. Понимаешь? Алло, здравствуйте. Научу инвестициям дорого. Это что, Кононенко пишет? Алло, здрасте. Да. Да. Кононенко. Выскочил из биткоина в последнюю секунду. Научу инвестициям дорого. Максим Кононенко. Да, слушаю вас. А биткоин упал, вы знаете? Да я уже сказал, 13 тысяч. Мы вот об этом говорим уже 10 минут. Вот, да, спасибо, да, кто-то потерял большие деньги. Нет, ну скажи, большие, подождите. Нам сейчас человек позвонил, он потерял 2000 долларов. В смысле, как потерял? Он на 18, вошел на 18. Теперь... Да, рынок — это все-таки игра непредсказуемая. Давайте скажем следующее. Всякий человек, потерявший хотя бы 20%, из тактического инвестора превращается в стратегического. Ну, это философская мысль. Нет, не философский. Да нет, просто сидите и ждете дольше. Вы становитесь, когда вы теряете, вы становитесь стратегом. Оно может никогда не подняться на эту высоту. Вы будете терять и терять. Ну, смотрите, я играл в свое время в 2007 году, в октябре. Я потерял 20% в Шанхае, Гонконге, Тайване и Корее, Южной Корее. 18-20% потерял в октябре 2007 года. Я помню, вы говорили. Да-да, а потом. Я ждал, что отмерзнет, и в феврале потерял еще 20%. Вот видите, я говорю, оно уже на эту высоту не может подняться. И что я сделал? Я стал тупо стратегом. Я стал сидеть 10 лет и ждать, когда я это выкину назад. Понимаете? Сидите 10 лет. За 10 лет подниму. Вы еще можете больше потерять. Можете потерять. Но любой человек, который уже потерял 40%, будет сидеть и ждать, когда отмерзнет. Уходить на минус 40, это надо быть большим мужеством. Это не каждый согласится. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Доброе утро, Михаил. Михаил. Да. И меня всегда очень забавляет, как серьезно вы обсуждаете. Очень, вы знаете, есть такой философии, есть такое понятие гильдертерство. Да. Ну, это фактически... Это схоластическое отношение, школьное такое, немного детское отношение к любому явлению. Да. Это вам кажется, что, смотря на него, вы познаете закон изменений очень просто. Да. Экономика – это сфера как раз не математики, а сфера чувственного доверия. Капитализм построен на циклическом кризисе, который первый из них был в 2012 году, трастовый кризис, когда еще нефтяная отрасль минерального сырья, она еще не находилась в состоянии таком, что ее можно было проследить на большом расстоянии. Да. Значит, когда вы говорите о вложениях, которые вы могли бы сделать, вот это как раз и есть запрещенный прием, которым вы себя расхолаживаете. Так. Есть и существующее время в жизни. Это вчера и завтра. Понимаете, это несуществующее время. Апелляция к несуществующему времени очень характерна. Ну, например, Ильф и Петров показали это в сцене пикейных жилетов. Так, поэтому надо говорить не о том, что вы могли сделать. Ну, интересно вспомнить свою какую-нибудь жизнь. А проследить... самим у себя, если у вас повадка, если у вас психологическое состояние, которое дает, например, это практика, если вы не выигрывали никогда, все время думая об этом, то вряд ли что-то изменится. Просто, ну, не дано, я не вас имею в виду, обезличенного индивидуума. Да. Знаете, поэтому на этом и строится выигрыш тех пассионариев, наделенных колоссальной чувственностью, которую они не могут объяснить к какому-то делу, как Рихтер автоматически играет восьмую симфонию, восьмое сочинение Бетховена, у него это лучше всех получалось, лунная соната, мне так кажется. Некоторые говорили, что Софронийский. И он также не мог бы никогда объяснить, почему он это так легко и самозабвенно делает. Это то, что вне понимания практического. Это область метафизики, поэтому есть вот Баффет, например, известнейшая фигура, так, да, который всю жизнь легко, с улыбкой зарабатывает миллиарды, понимаете? Поэтому это не... А мы пытаемся с вами постигнуть сущность того, что не имеет никакого значения. Оно либо есть у вас, и Настя давно бы уже ходила на...
ходила на передачу. Я сейчас буду плакать. Она будет плакать. Хочется поговорить ей просто. Она бы, если бы у вас был этот талант, вы бы его уже реализовали абсолютно точно. Все остальное, это просто, ну, слова. Вот это гильдертерство, оно присутствует у 99%. Можно вам вопрос? А? Можно вопрос? Да. Значит, вот я верю, я немножко, я, у меня нет этой чувственной напряженной интуиции, у меня ее нет. А, во-первых. Во-вторых, я перескажу вам совсем коротко рассказ о Генри, об этих самых, об ангелах, амурах и объяснениях. Там есть у Генри рассказ, где купцу, купец выясняет, что мальчик и девушка, молодой человек и девушка не могут объясниться из-за того, что один из них отправляется на пароходе в Европу. И понятно, что этот брак расстроится, эти отношения расстроятся. И он там, по-моему, за $700, ну, тогда, это, так сказать, понятно, что начало 20 века, это крупные деньги, он нас за сколько-то денег нанимает извозчиков всего Нью-Йорка, которые окружают их карету и перепутывают упряжь лошадей таким образом, что они стоят несколько часов. Пока распутает эта полиция все это. Значит, и он говорит потом, этот купец, что, ну что вы сказать, деньги. Ну вот деньги. Никакой чувственной интуиции. Просто деньги. Да. Это так кажется. Да. Но у Генри есть замечательная зарисовка «Прожигатель жизни». Да. Там тоже, знаете, в двух словах вся философия человечества показана. Так? Да. Вот, значит, поэтому, Сергей, сфера финансов, сфера экономики, да, сфера высшего магического состояния, она, с одной стороны, устроена вот именно на кризисности, которая, вот, например, о биткоине. У меня есть информация, что где-то еще год вот майнинговский процесс будет актуален. Тот, кто включит сейчас очень много машин. Все. Да. Через год формализация этого явления останется, то есть будет отсечена прибыль. Вот, да, вот давайте запомним и подождем год и увидим. Нет, вы нам скажите лучше другое. Скажите нам колдовство, Михаил. Колдовство. Сейчас на 13 входить? Ну, смотрите, если можно и войти. Но опять же, вы знаете, самое главное, какие у вас есть возможности финансовые. Если у вас сейчас есть, допустим, $100 миллионов, вы можете войти. Одновременно я вам советую войти в корпоративные бумаги, например, Альфа-банка, плюс один, так? Вот, и вы будете спокойно зарабатывать, вообще ничего не делая, потому что практика показала, это очень сильная вещь, свои там 12-15 годовых. Так? Ага. И, вот, в рублях, вот это, в рублях. Можете войти в валюте, можете в рублях. Но в валюте вообще они мало дадут процентов. Ну, почему? Сегодня, например, Альфа-Капитал спокойно, ну, если вы тоже немножко следите, спокойно работает вам 12 годовых в валюте, и все это получается там не на рискованном сегменте. Да. Но этим надо жить, понимаете, надо немножко понимать. Ну, вот я наблюдал этих людей, которые очень много зарабатывают, да, спокойно утром встав, попив чай, совершенно спокойно, в пижаме зевая, он спокойно подходит к компьютеру. Это было и уже не вчера, а сегодня это продолжает. И у него, вот я смотрю со стороны, у него действительно получается. Он самозабвенен в этом. У него нет вопросов. Он не падает из полымя или как там, да, это называется. Он спокойно работает и зарабатывает. Другой рядом скачет, потеет. Да. Чуть ли не умирает. Вот рассказывает, как мы с вами, эти истории. Да я бы мог, и у него ничего нет. Жизнь человеческая – это сфера невероятного, так, попытка постигать которое, не имея большого внутреннего априорного таланта, превращается в мучение, понимаете? Я с удовольствием вас слушаю, с восхищением и с верой, но я верю лично в то, что если вы это организовали, то вы стрижете. А если не вы, то вас стригут. Вот и конечно. Все. Конечно. Ну, я все. Это вот здесь... Не-не-не-не-не, вы говорите об интуиции. А я вам говорю, в Сорос организовал падение стерлинга, и он состриг. А те, кто не организовал, конечно, их состригли.
Вот и вся тема. Я говорю, ребят, о перманентной кризисности. Да. Экономика именно так. Экономика это вообще-то выражение чувств. Да. Скажите они мне тогда, тогда вы, безусловно, знаете, что за анонимные облигации были предложены вчера бизнесу, вернее, бизнесом предложены вначале правительству, потом затем Путину, а затем приняты, насколько я понимаю, Путиным вчера. Что это за анонимные? Они пытаются, да, вот что очень просто. Значит, да. Анонимные облигации, ты поняла, да? Уже 6 раз не получилось. Не 6, по-моему, 3. По-моему, 3. Ну, хорошо, 3. Потому что бессмертная фраза о глотании пыли в коридорах, она для дураков, понимаете? Замучайтесь пыль глотать. Замучайтесь пыль глотать. Когда здесь будет меньше пыли в коридорах, в судах, так, тогда деньги сами придут сюда. Вот и все. Это единственная проблема. Субъектность. Я понимаю. Да, вернуться. Субъектность, которой нет здесь. Субъектность правовая, ее здесь нет. Я понимаю. Слушайте, нет, замучитесь пыль глотать. Это говорил президент. Президент говорил это вот в начале, в нулевых. Возвращение денег. Да, ну несколько было амнистий, было несколько. Их было, по крайней мере, две большие. И было еще такая небольшая, какое-то небольшое приглашение вернуть деньги. Насколько я понимаю, поэтому, ну уж 2,5 амнистии я точно помню. А может быть их и было больше. Михаил говорит 6, я сомневаюсь, что он верно припоминает. Ну хорошо. Значит, смысл в чем? Президент накануне... Для меня это очень интересно. Я хотел бы поговорить со специалистами. Принял, насколько я понимаю, приглашение или просьбу, принял просьбу большого бизнеса. Вчера была встреча, там рассадка, там величайшие люди этой земли, соль от соли земли русской, так сказать, сидели за гигантским квадратным столом в Екатерининском зале и все на свете. Предложение дать им облигации, как бы евробонды, внимание, сейчас тебе покажется нечто парадоксальное. Евробонды, номинированные в долларах. Да. Ну, евробонды издавались действительно и в евро, и в долларах. Значит, которые анонимно можно купить таким образом, что европейские регуляторы их не увидят. Условно говоря, ты русский олигарх. Mm-hmm. Ну, давай, Кирим. Ну, давай. Керимов, не Керимов, неважно. Давай не называть фамилии. Аношка. Ты русский олигарх Аношка. Прямо Аношка. Всем известно, да. У тебя, давай скажите какое-нибудь число. Меня? $10 миллиардов. 10 миллиардов. Ни много, ни мало. Ну, как-то так сказать там. И не так, и не слишком много, не слишком мало. 10 миллиардов долларов. Понимаешь? Да. Значит, все эти миллиарды долларов, понятное дело, ты не дура хранить здесь. Ну, ты не дура. Здесь черт его знает, что может произойти, правильно? Да. По-всякому, отнимут, еще что-то, да. Мало. Значит, ты хранишь где? Я не знаю где, честно не знаю, где, ну не знаю, в Швейцарии. А номинально числятся они на компании, которая там Люксембург, Британия или BVI. BVI, пусть будет BVI, да? British Virgin Islands. Ты там хранишь, у тебя там структура, холдинг, 130 компаний, холдинг. А все это падает на счета где-то в Швейцарии, например. Ну, просто... Или в Австрии, или в Германии, да? Или в Сингапуре, или, наконец, да в Дубае. Да мне все равно. Или в Дубае. Нет, а тут не все равно по механизму. Или в Дубае, слышишь? Так. Потому что это еще другая тема. Дубай другая тема. А компании тема. Работают или это формальные компании? Компании работают. Как они работают? Они высасывают деньги из России. И кредитуют потом твои предприятия. У тебя в России... несколько предприятий, за крупнейших комбинатов, несколько крупнейших комбинатов, которые продают продукцию на экспорт через твои компании в BVI, где оседает прибыль за счет дельты, ну не только за счет дельты. Кроме этого, потом твоя BVI-компания кредитует комбинат, где дядя Вася работает, тетя Шура, Марья Ивановна, вот это все, значит, сказать там, понятно, да? Вот, а твоя компания с BVI, она кредитует комбинат, сдает кредит. И ты должна ему, ей, твоей компании в BVI, то есть самому себе, самой себе, Настенька, должна вернуть эти деньги. Иногда тут кризис, и ты тогда просишь у правительства. И правительство помогает тебе вернуть тебе эти деньги. Да. Как это было в 2009 году.
Да? Да. То есть правительство доброе, оно говорит, ну как же, кстати, он останется без прибыли. Надо как-то ему помочь. Хорошо. Значит, помогает. За счет ВТБ тогда, я помню, кредитов. Потом ты возвращаешь потихонечку. Значит, вот, вот такая тема. Понимаешь? Да. Значит, что говорят русские... что говорит президент, что говорят русские элиты, которые, как бы это сказать, в данный момент говорят от породу службы? Что они говорят? Они говорят, верните, пожалуйста, деньги в Россию. Здесь лучше. Здесь вот мы с вами сидим, договариваемся... Да. Я вас слышу, все вопросы ваши слышу. Такие встречи происходят два раза в год. Два. Летом была предыдущая. Значит, ребята, каждый из вас может подойти и что-то сказать. Даже если это встреча как бы формальная, а потом в перерыве был банкет еще. Можно опять подойти к президенту и что-то сказать. Сегодня в РБК рассадка была опубликована. Так вот, слушай. Да. Значит, президент говорит тебе следующее. Вот послушай. Он говорит, ребята... Во-первых, у нас два раза в год встречи. Во-вторых, не было еще такого, чтобы существенные, там, сущностно важные министры вас не принимали. Хотя бы там сегодня, на, ну, и решил сегодня, там, в течение недели. Примут в течение недели, в любом случае. Да? Значит, вы близки здесь к власти и можете решить вопросы. Мы здесь едины, бизнес и власть едины, в том смысле, что понимание задач едино, понимание, так сказать, и так далее, стабильности едины. Поэтому верните деньги сюда, говорит президент. Хватит вам шастать где-то там по темным углам за границей. Правильно? Да, а что он это ему? Нам даст еще, мне он интересно. Ему. Они отвечают, да. Они отвечают. Мы, да, сейчас, да, мы, конечно, мы вот так вот, вот, о, о. Показывают большой палец. Мы уже давно, да. Мы давно, да мы что? Да мы всегда за всю жизнь, что? После чего ничего не делают. Это было в начале нулевых, в середине нулевых, простите. Потом он им говорил, замучитесь пыль глотать. Потом это было в 13-м, 14-м, 15-м, 16-м годах, вот эта вся амнистия, разговоры про нее. Затем это амнистия, 15-й, 16-й год, 17-й. Значит, с этого августа... Должна была заработать налоговая информация автоматическая. То есть наша налоговая служба получает полностью по всему миру информацию о всех русских гражданах. Где, в какой стране. Просто фамилию забивают и смотрят. Понимаешь? Да. Я не знаю, произошло это или нет, но, насколько я понимаю, нет. Иначе бы об этом написали. Но я не читал нигде, что это произошло. На самом деле обещали, и ничего не случилось. Понимаешь? Да. Здесь, как может, сказать, это глубоко засекречено, как нет, эксперимент с таксом? Нет, нет, это не засекречено. Это не засекречено. Это было бы написано. Но испортившиеся отношения со всем миром, а у нас испортились отношения, значит, видимо, этот процесс затормозили. Понимаешь? Да. И Путин говорит снова, ребят, верните деньги. Верните деньги сюда, в страну. Ну, вы же все равно этими деньгами работаете тут, в стране. А можно вопрос? Да. А теперь это Аношка обывательница. Аношка обывательница. Давай. Аношка была только что миллиардером, да? Давай, поехали. Да. Вот, у меня вопрос. Что даст фактически, де-факто, возврат, допустим, да, фантастическая ситуация, все вернули, и оказалось, что можно дышать в жидкости. Путин говорит простую, да, вещь. Все вернули деньги, что будет? Путин говорит простую вещь. Да. У вас вчера, как ты знаешь, под санкции попал сын генерального Чайки. Прокурора Чайки. Да. Под санкции попал сын генерального прокурора Чайки. Путин говорит, ребята, вы хотите, чтобы у вас отняли эти деньги, замучаетесь пыль глотать? Хотите замучиться пыль... А, то есть обывателям от этого... Он им говорит, не, он говорит, хотите замучиться пыль глотать или хотите с удовольствием пыль глотнуть? Как вы хотите глотнуть? Тут вопрос, как вы хотите глотнуть в этом же. Его вопрос. Можно глотать 24 минуты. Его можно глотать... Потом отхаркиваться придется. По кайфу можно глотнуть, а можно замучившись глотать. Понимаешь? Глотните по кайфу, он говорит, товарищ. После новостей. Дядьку скажем. Обязательно. Юрьевец, Ивановской области. Обрушилась стена жилого дома, товарищи. Но никто не погиб, потому что у них был один человек, который услышал трещину. Услышал трещину, представляешь, нет? Да. Он был волк-оборотень, а ты говоришь его хвалить. Ну, он просто... Ну, почему он услышал? Люди не слышат, собаки все слышат. Ты, смотри, и утром в Юрьевце Ивановской области обрушилась стена жилого дома, однако жертва удалось избежать, один из жильцов заметил появившуюся себе трещину, разбудил соседей.
Пожалуйста. Обрушение произошло примерно в 6 часов утра. Они спят в 6 утра. Они стояли, без смотрели. Денег, в 6 утра уже надо быть на работе. Ну хорошо. Наблюдается обрушение внешней стены пятиэтажного здания. А один из жильцов в середине ночи заметил трещину в стене. Он услышал ее. Во сне. Разбудил соседей. Все ушли. И все. Просадка фундамента. Образовалась трещина. А также были несанкционированные ремонтные работы. Они там разбирали здание изнутри, поэтому. И все. Слушай меня. Я всегда, когда смотрю фильмы голливудские, я думаю, что половина сюжетов рухнули бы, если бы у людей была собака или даже кошка, или даже аквариумные рыбки. Черт бы их задрал. Понимаешь? Да. Потому что если у тебя собака, вот ты смотришь голливудский фильм? Да. Кто-то крадется по дому, такой тын-тынь-тынь-тынь. А ваша собака уже лает. Телепается. А собака-то сразу, иди сюда, правильно? А если, дальше, слышь меня, а он может ее убить, собаку? Да. Прыснуть, она заскулила, и все, и он ее раз и задушил. А тогда держать надо трех собак, я тебе объясню. Потому что первая бросится, там же стая, если у тебя есть стая собак, они сразу распределяют, как бы распределяют роли, понимаешь, да? Да. Первая бросается в бой, и ею жертвуют, в сущности. Вторая, идет второй боец, и главный. Второй и главный бойцы идут уже парой. Они идут парой, потому что это погибло. Понимаешь? Да. Надо держать. Тогда голливудские фильмы можно не снимать. Ни одного фильма можно не снимать. Три собаки в каждый фильм, и фильм рухнул, товарищи. Я даже думаю, что кошку если завести. Кошка и то как-то начнет это самое, мявкать, соскакивать с кровати. Что такое, понимаешь, делать? Она это делает и без причины тоже. Она делает без причины. Но если начнет рушиться дом, то даже аквариумные рыбки высунутся из аквариума и закричат: «Встань, идиот! Дом рушится! Встань, идиот!» Понятно? Аквариумные да. рыбки. Ну нет, никто не делает этого. Бесполезные люди. Что с этими облигациями-то? Вернут богатые люди деньги или нет? Ну, поскольку простому народу от этого ничего не выгорит, то, мне кажется, уже всем становится потихонечку все равно. Ну, все может равно. Быть, там наверху интересно в это играть там, и так далее. Спасать тебе друг равно, друга. Да? Ну, если мы не можем определить, что это даст, если вдруг окажется, что у нас дорожная сеть будет, как в Финляндии, допустим, или там еще что-то, тогда это было бы интересно. А так, ну что? Давай спросим. Давай спросим, 7373948, что вам лично кажется будет лучше, если богатые, ну, олигархи, богатейшие люди России вернут в Россию свои деньги? Вот что, чем для вас это обернется? Чем вам лучше будет? 7373948, 7373948, позвоните, пожалуйста. Просто интересно, может быть, вам это что-то даст или нет? Настенька да. полна скепсиса. Полна скепсиса. Да. Она ворчит, эта Настенька. Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте. Алексей зовут. Да, чем нам лучше? Да ничего нам от этого не будет. Ни прибытку не будет. Прибытку не будет. То есть они вернут деньги, их будут, в принципе, видеть будут деньги эти. Ну и все. То есть кто будет видеть? Руководство страны, да, будет видеть. Центробанк будет видеть. Ну там какие-то, короче, будут... Не знаю, может быть, человек 100, которые будут эти деньги видеть, да? Видеть-то будут видеть, но все равно они не для того, они всеми путями выводили их из страны, да. чтобы потом... Они же выводили от недоверия. От недоверия. От недоверия, конечно, да. А теперь им говорят, не здесь стало лучше, а там стало хуже. Там стало хуже, и вы их верните. Но все равно, понимаете, тут во главу угла ставится как бы наша судебная система. И они понимают, что судебная система, ну, как бы западная, да, она более совершенная, чем наша.
Здесь, здесь их деньги вообще никак не защищены. Ни с какой стороны. Судебная там система они Запада. Спят спокойно. Судебная там система они... Запада существует. Конечно, конечно. А в России ее не существует. Обратите внимание, что ни один наш кандидат, начиная от Собчака и кончая Путиным, не говорят, что надо начинать именно с судебной реформы, понимаете? Сейчас вот Грудинин. А какая? Вот как? Давайте. Ну вот мы с вами проведем. Ну давайте. Вот как бы вы сделали судебную реформу? Как? В общих чертах. В общих чертах, ну, я так примитивно, да? Да. Значит, нужно как-то отобрать, ну, это можно, я думаю, сделать, отобрать какое-то количество человек, да. Честных, понимаете, ну, у которых просто, ну, просто честность в крови. Иностранцев. Да. Иностранцев. Да, нет, не иностранцев. А кого? Есть кого? Такие, я уверен, есть. Почему? Такие люди. Ну, а где? Назначить им... Хорошую зарплату, отличную. Ну, люди-то понимающие, зарплату. Можно скажу? Они понимающие. А если они понимающие, значит, с ними можно договариваться. А если можно договариваться, надо их гнать. Нет. Есть принципиальные люди, нет. Которые даже как бы на своих детей не будут обращать внимания, но ну, у них в крови, понимаете, чувство справедливости обостренное. Нет, и таким нужно платить, таким судьям платить нужно... Огромные деньги, да, огромные деньги, которые будут, ну, 100% независимые. И тогда я уже, понимаете, начиная от гаишника, который там... Ну, а Путин только что на пресс-конференции объяснял, рассказывал, где там у них коррупция была. Все сели, набрали новых, через полгода то же самое. Через полгода то же самое. Ну, туда. Не-не-не, ребят, ну, какая туда. Реформа? Какая реформа? Вы что, смеетесь? Значит, если вы сажаете человека, вы с ним сначала договариваетесь о том, что он должен быть неподкупный. То есть вы должны договориться с понимающим человеком. Я правильно рассуждаю? То есть вы должны вызвать понимающего человека. Вот Настеньку я вызываю, Настенька, говорю, Настенька, я хотел бы, чтобы ты судила вот так, так и так. Ты понимаешь? Она говорит, понимаю. Значит, Настенька человек понимающий. Можно я скажу? Человек понимающий – это разновидность гомо сапиенс. Понимаете? А? Это гомо компренсивус. Человек понимающий. Если она человек понимающий, то с ней можно договариваться. Правильно? Да. Значит, в следующий момент к ней подъедет человек и скажет, Настенька, ну ты же человек понимающий. Тут Настенька и тут поймет. Гомо компренсивус. Она скажет, понимающий, ты же понимаешь вот эти подонки. Очевидно, понятно, что подонки. Настенька, ну тут вот как, знаете, надо ввести в действие параграф такой-то. Хотя, может быть, не сразу очевидно, но теперь-то тебе понятно. Настенька скажет, ну примерно понятно, да. Сколько вы будете иметь со сделки? А он скажет, 100 миллионов. Настенька скажет, о, как много, как интересно, как хорошо. Как хорошо вы будете жить в конце, когда я присужу вам 100 миллионов. Как это правильно и здорово, скажет Настенька, мечтательно. Да. Я тогда скажу, Настенька, ну, двадцаточка тогда придет тебе, ну, двадцаточка. Или сколько? Да. А она же человек понимающий, понимаете? Поэтому у нас все люди понимающие. А раз понимающие, с ними можно договариваться. А раз можно договариваться, значит, надо гнать их всех в шею. Понимаете, что проблема какая? Вот такая. Работают только системы, которые способны во вред себе действовать механически, как биткоин, блокчейн государства должно быть. Может, роботов? Блокчейн государства, наймем роботов. Земля наша велика и обильна, а роботов в ней нет. 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 Вот, и мы вызовем роботов, и все. Слушай, значит, алкоголь и секс. Можешь про секс чуть-чуть, хоть два слова, потому что ты же любишь эти темы. Господи Иисусе. Да, да. Ученые университета Небраски узнали, каким образом распитие спиртного влияет на мужчин. Ты видела пьяных мужчин? Видела. Когда? Давно, в последний раз. Ну сколько? Пьяных мужчин? Очень давно видела. Ну сколько? Ну не знаю. Ну где? А знаете, где я в Англии видела пьяных мужчин в пятницу вечером, прогуливаясь по городу Ливерпуль? А знаешь, где ты увидишь пьяных мужчин? В ближайшее время?
Где? У нас. Сегодня. Корпоратив. У нас сегодня корпоратив, и мы закупили, значит, не только вина, но и виски и водки, понятно? Боже мой. Виски и водки. Ну, почему это все? Я тебе скажу, почему. Да. Потому что Звягинцева потребовала вегетарианскую пищу. Боже. Можно два слова расскажу? Значит, Звягинцева потребовала вегетарианскую пищу. Так. И я лично присутствовал при составлении списка. Я сказал, что поскольку виски, если не изменяет память, из ячменя, то это, безусловно, вегетарианский напиток. Да. Если водка из пшеницы, то это, безусловно... А я требую безглютеновую диету. Нет, нет, пожалуйста, водку не пей. Водку не пей. Не водку не пей. Водку не пей. А, кто-то, не а кому-то нужна глютеновая диета, пойми ты. Наоборот. Значит, водка это и пшеница, это вегетарианский напиток. А вино, я сказал, побольше вина, потому что это все из винограда, это, безусловно, отвечает самым жестким требованиям веганство. Звягинцева наестся сегодня. Да, да, накушается. Да, в хорошем смысле. Да. Да. Слушай меня, сегодня увидишь пьяных мужчин. Чем же они отличаются от непьяных? От непьяных. От непьяных. Да. Давайте. Значит, распитие спиртного влияет на мужчин. Во-первых, алкоголь заставляет мужчин смотреть на женщин как на потенциальных сексуальных партнеров. Mm. Так-то они, конечно, уже давно... Так-то им это и в голову не приходит. Так-то все. Им это и в голову не приходит. Да. А так они смотрят, говорят, ничего, она хорошая. Mm-hmm. Да, да. Этот эксперимент был проведен над 50 мужчинами 20-30 лет. 20-30. Mm-hmm. То есть значит, уже 31 не брали, 31 не брали же. Добровольцев попросили выпить алкогольный напиток. Остальные пили... Безалкогольный напиток. Так. Далее добровольцам показали фотографии женщин в вечерних платьях и попросили оценить, насколько эти женщины привлекательны, именно с точки зрения сексуальности. Параллельно специальная система отслеживала перемещение глаз добровольцев. Ученые установили, на чем мужчины дольше задерживали взгляд. А трезвые-то на чем? Вот мне интересно. Оказалось, да. Что под действием алкоголя мужчины обращали внимание на грудь и талию женщин. Грудь так. И талия тоже. Да. Если те казались им привлекательными, но не слишком уверенными в себе, виктимными. Mm. То есть мужчине нравится виктимная, привлекательная женщина. Mm-hmm. Слышишь меня? Я внимание. Слышу. Когда у тебя наглое лицо, наглое, да. Отвязное такое, да, чемпионское. Да, глаза, да. Такая нагловатая да. Рожа такая. А мужчина не видит тебя как сексуальный очень объект. Очень хорошо. Не видит. Наконец-то. Ему нужно сочетание привлекательности с виктимностью. То есть это должна быть... Такая, чуть-чуть корейская девочка такая. Да-да-да, ножки носочками друг к другу, пяточки в рот. Значит, трезвые участники эксперимента внимательно изучали черты лица у самодостаточных и душевных женщин. То есть трезвые мужчины. Смотрят в лицо. Угу. Нетрезвые мужчины смотрят на виктимных красивых девочек. Таких немножко, испуганных красивых. Да. На испуганных красивых девочек. Да. На талию, чтобы ее руками взять за талию сразу. И удастся ли обхватить, да? Не, удастся. У кого-то, может, не удастся. Не, накрест, может, если только вот так иметь. Может быть, кого-то не удастся. Сцепив ладошки там, замочком сзади, да. Они смотрят, сразу на талию виктимных красивых девочек, да? А значит, а на самодостаточных, наглых, отвязных и торжествующих девочек вообще не смотрят. Пошли бы они к чертовой матери. Хорошо. Пошли бы они к чертовой матери сразу, понятно? Да, да, да. Очень интересно. Ну скажи, что интересно. Да, очень интересно. Ничего, по-моему, это все очевидные вещи. То есть алкоголь, снимает... Абсолютно новое то, что торжествующие красотки не привлекают взгляда пьяных мужчин. Нет, не привлекают. Это да, это новое. 50 раз я объясняю, это новое. Это новое. Да. Это новое. Да, теперь... То есть мужчины смотрят на грудь и талию женщин, если они кажутся им неуверенными в себе и привлекательными одновременно. Теперь мы знаем, как себя вести. Неуверенными, надо быть неуверенной в себе. Неуверенной в себе. Не девочки, послушай меня. Неуверенной в себе и привлекательной одновременно, сразу мужик смотрит на талию, на предмет, как бы за нее взяться. Понятно. И наоборот, если наглая рожа торжествующая, такая хамская, такое счастье на лице, такое какое-то довольство типа, да, такое, да, да. Понимаешь? Да. Мужчина вообще отворачивается.
Да, еще можно спасательный круг одеть себе на талию, чтобы никто ее не видел. Одеть невозможно, одеть. Спасательный круг, моя дорогая. Невозможно одеть. Учу, может быть, уже 9 лет. Да. Невозможно одеть спасательный круг. Если только ты его... А взгляд-то у меня торжествующий. У тебя взгляд усталой, издерганной женщины. Усталой, доведенной до предела. Следующий прямиком к нервному срыву. Сталлоне. Говорит, ничего не было. Не было. Еще одна женщина обвинила Сталлоне в изнасиловании. Еще одна женщина. Так, секундочку. Пострадавшая утверждает, что она пострадала в 90-м году. 27 лет назад. Да. Сталлоне, как она утверждает, изнасиловал ее в собственном офисе. В его собственном офисе. У него в офисе. Нет, подожди. Но если у него, то тогда... У него. Она пришла к нему в офис, чего же она хотела. Ну так вот, полиция проводит предварительное расследование. И, возможно, будет судебное преследование Сталлоне. А у них там нету за давностью. Даже убийство 15 лет проходит, нет. И то не судят. 10 лет. Законы Калифорнии предусматривают для дела о сексуальном насилии срок давности в 10 лет. Но на фоне последних массовых разоблачений... Калифорнийское правосудие, вероятно, может сделать исключение и судить Сталлоне как сукина сына. Значит, что же он делал? Никаких подробностей. Товарищи, такие разоблачения, я считаю, женщины делают ради подробностей. И никаких подробностей. А зачем же она тогда сказала? Сказала А, скажи и Б. Как это было? На кресле, на диванчике. Как это было? На столе. Как это было? Он изнасиловал ее в офисе. И что? Офис? Офис — это целый жанр. Офис, может быть, в библиотеке, может быть, на кухне офиса. Там тоже. Это целый на жанр. Столе, товарищ, на столе. На разделочном столе, на кухне, может быть, или где. Товарищи, так нельзя. Если вы начали, то продолжайте. Нам нужны подробности. Обвинившая еще, еще раньше его обвинила еще одна девушка, которая 70-го года рождения, и которой он изнасиловал с ее точки зрения в отеле Лас-Вегас Хилтон. Какого? 80-го? 80-го. Она 70-го. 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 А в каком? 90-го? Они в основном все 70-го года рождения. Вот девушки, изнасилованные девушки, в основном, главным образом, 70-го года рождения. То есть им сейчас скоро полтинник. И им... Они мечтательно, может быть, наоборот, с отвращением, с гневом, с обидой вспоминают об этих чудовищных проступках этого самого Сталлоне. Теперь, да. Что такое? Женщины звонят. Мы перестанем смотреть. Женщины звонят. Мы не ставим. Мы не больше ему не будем, да. Итальянский жеребец. Да, здравствуйте. Сергей, да. Здравствуйте. Не женщина, а мужчина звонящий. Но я думаю, вот в этом случае, может, эта девушка потом настаивала, чтобы он второй раз изнасиловал, и он отказал ей. Может быть. Черт их знает, с женщинами так трудно. А? Мужчина, давайте так любят себя оправдать. Они же тоже еще. Салоны, с ними же тоже всякое бывает. Мы должны сказать следующее. Мы их должны с восхищением защищать себя, заботиться, а они должны врать против нас. Вот и в этом будет все хорошо. Сергей, и представляете, вот если она была 70-го года рождения, 70-го. Да, допустим, и сейчас-то уже выглядит не такая уж желанная, как трудно тогда сказать. Было. Трудно сказать. Сейчас видишь некоторых в Инстаграме. Ну, возраст-то свое делает. 47 лет. Как 47 у меня, Сергей, извините, вот такое окончание. У меня есть хороший знакомый, он очень богатый. Да. Он говорит, 23 года, ну это уже бабушка. Не-не-не, это извращенец какой-то. У меня тоже есть один знакомый, который в 23 года отправляет на пенсию. Но как? Обязательно МГУ, квартира и машина. То есть он отправляет на пенсию. Слушай, мы, может быть, об одном и том же человеке говорим. Он в 23 года выводит из штата, у него штат, значит, их несколько, да? И он в 23 года выводит из штата и отправляет в МГУ, покупая квартиру и машину.
Вот это... Ну, в деталях я не пошел, но просто при мне было, вот разговаривали, обсуждали, вот, ну, 23 года. Ну, и у него такой штат, что каждые полгода одна выходит из штата. То есть каждый... ну, я думаю, у него... Вот, мы о разных людях говорим, о разных, да? О разных. Да? О разных людях, мы говорим о разных людях. Просто каждые полгода одна выходит из штата и отправляется в МГУ, последовательно всегда. Mm-hmm. Они отправляются в МГУ, этот самый, квартира и машина. Квартира, двушка, ну, в хорошем месте. Двушка в хорошем месте, машина типа трешки. Санузел в плитке до потолка? Да. Да? Это хорошо. Трешка, трешка. Трешка с одной смежной. Трешка, нет, трешка с полным приводом. Трешка с полным приводом. Или пятерка с полным приводом. Но к 50 BMW. Годам они все будут выглядеть уже не так привлекательно. Ни квартира, ни трешка, ни женщина, правда? Ты не права. Есть женщины, которым 47, и которые показывают себя в Инстаграме, и показывают с дочерьми, и дочери у них некрасивые увольни, или разные, разной степени увольни, такие увольни в папу, знаешь, а девочки в 47 чудесные. Можно сказать, ну, я не знаю, какие-нибудь чудесные ножки сейчас вспомню. Светлана Бондарчук, например, бывшая жена Бондарчука, она показывает ножки. И ножки, мама, не горюй. Ножки очень хорошие. Да я просто всем ножек. Всем вам ножек, товарищи, в наступающем году. Да, поехали дальше. Подъем. В движении. Движение. А что в движении? Что, есть движение? Есть движение. Движение есть. Движению быть. Так, на 11 часов под Циферблату перед Ленинградкой очень трудно, перед М-11, вот здесь все, внешка. И перед Волоколамкой тоже. На юге рассосалась пробка. Я думаю, что пробок немного, потому что Яндекс вообще ничего не показывает. Нет, 5 баллов. 5 баллов стало больше, больше, чем мы говорили с вами с утра. Что же случилось? Все приехали в центр. Кремлевская набережная стоит, Москворецкая, которая подходит, тоже стоит, Якиманка стоит. И что это еще? Сейчас расскажу. Иногда вот так хочется докопаться. А! Фрунзенская... как же называется? Покровская, как же она называется, господи, Пречистенская набережная. Пречистенская набережная напрочь стоит. Мы пойдем и проживем ее эту пятницу, 22 декабря.